Посвятый святоносный день преславного и спасительного воскресения Христа Бога нашего. Слово огласительное святая отца нашего Ивана, архиепископа Константинопольского. Если кто благочестив и боголюбив, да насладится всем прекрасным и радостным торжеством. Кто слуга благочестив, благоразумный, да пойдет радуясь в радость Господа своего. Кто потрудился постясь, да воспримет ныне награду. Кто по притче Господней работал с первого часа, да примет ныне справедливую плату. Кто пришел и тремя часами позже, и тот да празднует с благодарностью. Кто вышел только с полудня, нисколько на нем сомнится, ибо и он ничего не лишается. Кто промедлил до вечера, и тот да приступит, нисколько не сомневаясь и ничего не боясь. Если даже кто пришел и в последний час, да не смутится своим праведным. Ибо Владыка, любящий миловать и награждать, принимает последнего как первого, ублажает пришедшего в позднее время, как работавшего с первого часа. И последнего одаряет, и первому воздает достойно, и тому дает и этому дары, и дела принимает, намерение приветствует, и деятельность ценит, и расположение хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа своего, первые, вторые, примите награду, знатные и незнатные друг с другом и будьте, воздержанные и беспечные, равно почтите этот день, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне. Трапеза обильна, усладитесь все, яства во множестве, пусть никто не уходит алчущим, все насладитесь пира веры, все воспримите богатство благость. Пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее для всех нас царство. Пусть никто не отчаивается из-за своих прегрешений, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не боится смерти, ибо освободила нас, спасала смерть. Похищенный смертью угасил смерть, сошедшего ад пленил ад, нестерпимой горечи для ада стал плотью умершим. И сие предвосхищая, Исаия воскликнул, ад сокрушился, содрогнувшись, как бы от смертной горечи, встретив тебя Преисподней, сокрушился, ибо упразднен, сокрушился, ибо осмеян, сокрушился, ибо умерщвлен, сокрушился, ибо изложен, сокрушился, ибо связан, покусился на тело, а прикоснулся к Богу, принял земное, а встретил небесное, принял то, что видел, а оказался перед тем, чего не видел. Смерть, где теперь твое жало? А где твоя победа? Христос воскрес, и ты не свержен. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуется ангел. Воскрес Христос, и торжествует жизнь. Воскрес Христос, и ныне никто не мертв во гробе. Ибо Христос, восстав из гроба, положил начало общему воскресению из мертвых. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскрес! Воистину воскрес! Дорогие братья и сестры, кто сегодня приготовится причащаться, пожалуйста, приглашаем вас в левый путь во храма для исповеди. Помогайте.
истины Бога. Молитва мне причисти своей Матери всех святых, помилуй и спаси нас, и помоги человеку любец. Христос воскресе! Я прожила во все те, которые простищи, и мы сильны, и счета вас, и оно нас остановит,
Не помножим всех дней, а
Свидетельствует о свете, без свидетельств, и же просвещает все, но почему.
Сказал, той, кто идти за мною, на
Вере тебе и стал, дорогие, за великую, и от полноты его мущи прояви благодать на благодать, бо закон праз Моисея даже, а благодать и истины праз Иисуса Христа стаища. Призвание христианина,
служить Господу в святости и правде Твоей. Однако чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом в том и состоит, чтобы по примеру и явленному нам Евангелию пастырем Богу снисходить друг от другу любовью и терпением, помогать поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие внешние ограничения не должны расторгнуть наше единство и отнять у нас ту настоящую духовную свободу, которую мы все обрели через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, победившего смерть, дарвавшего нам возможность называться и быть детьми Божьими. Одно сердце и одна душа у всех верных чад церкви, порознь учлены вместе тела Христова, и ничто не может нас отлучить от любви Божьей. А потому те, кто не имеет сегодня возможности, сил объективных причин прийти в храм помолиться, узнают, что они помнят и молятся. Вера дает нам силу жить с помощью Божией, преодолевать различные нелюбные испытания, в том числе и то, что пришло в нашу жизнь через распространение опасного вируса. Горячо призываю вас всех, дорогие мои, усугубить общие молитвы о том, чтобы Господь Бог даровал нам, несмотря на все трудности, оставаться соучастниками благодатной литургической жизни Церкви, чтобы священное таинство Евхаристии совершалось и верно могли за дерзновение приступать к истинному источнику жизни святым Христовым даем, чтобы больные получали исцеление, а здоровые были ограждены от опасных инфекций. Верим, что воскресший Создатель не оставит нас и не спошлет нам твердость и мужество для непоколебимого стояния в вере и спасительного прохождения земного пути жизни вечной. Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сестры, со светлым праздником Святой Пасхи, призывая непрестанно являть образ настоящих учеников Спасителя, подавая добрый пример окружающим людям и возвещая совершенство, призвавшего на вас от тьмы чудный свой свет, дабы мы все во все дни нашей жизни нашими делами свидетельствовали о непреходящей силе и верности Пасхальных слов воистину воскресе Христос. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Аминь. Христос воскресе! Всегда ныне и присно его великий век.
Прости прегрешения мои, вольные и вольные, это словно же телами живительными и вечными, чтобы меня священно причастить и причастить при таинству, воскресенье грехов жизнь вечная и мить. Вечере Тридана и Господи Божий причастие ко мне прими, ибо врагом Тридана повем, и нам зависть от меня ходит, но это расходит исповедуется, помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да не сударя восхищение, Бог мне причащение святых притает, Господи, на восцеление, души же и тела, аминь. Боже, очисти нас, Боже, очисти нас грешных, создавай нас, Господи, помилуй нас, аминь. Дорогие братья, еще раз напоминаю вам, что причащаться могут все христиане, кто готовился к этому таинству, исповедовался, чашу целовать не надо, просто называйте ваше имя, причащайтесь. Yeah.
как бы символ Иисуса Христа, который вместе с нами. И мы как бы вместе с Ним разделяем трапезу. Он как бы является тоже нам. То есть мы выражаем веру в то, что Он действительно воскрес из мертвых. И вместе с тем, дорогие братья и сестры, нам нужно помнить о том, что праздник Пасхи – это праздник жизни. Вот сейчас многие люди беспокоены, да, за свою жизнь боятся. Конечно, это нормально, это естественно. Человек боится смерти, интересно. Но это не самое страшное. Самое страшное – это смерть духовную. Вот бывает такая парадоксальная ситуация, когда человек, внешнее тело может быть жив, а душой он может быть мертв. Когда он это иссечет, когда он свысока смотрит на окружающий мир, когда он не видит никого вокруг себя, зацепит только на себе, когда он живет по грехе, нарушая бесконечно заповеди Божьи, и, как говорят, в душе нет ничего святого. Вот дай Бог нам с вами береться этой духовной смерти. А береться как надо? Надо ближе быть к Богу, потому что с Господом жизнь. Он есть жизнь, и Он нам дал жизнь вечную. На этой неделе богослужение наше храме будет совершаться практически ежедневно, утром и вечером. Сегодня в 4 часа дня будет совершаться праздничная пасхальная вечерня. Также у нас, за исключением четверга, каждый день литургия с утра в 9:30, вечернее богослужение в 5 часов. По нашей давней традиции, по светлую пятницу, это у нас 24 апреля вечером, пасхальные вечерни будут совершать нас правящие клиники. Владыка Степан. Дорогие братья и сестры, также хочу еще вас заострить внимание на одном немаловажном моменте. Приближается праздник Радоница, поминовением Солнца. И я вам рекомендую, не только я, такая как бы общая рекомендация духовенства, постараться как бы не отлаживать посещение кладбища только на этот день Радоницы. Это можно сделать раньше или позже. Понятно, в связи с какой ситуацией, чтобы не создавать огромной массовости. В нашем храме целопоклонное богослужение будет совершаться 3 дня. Начиная с поминовой недели, это 26 апреля, да? С 26, 27 и 28. Утром, вечером целопоклонное богослужение. Я рекомендую вам заранее помянуть нашу услугу для нашей с вами безопасности. Береженного, как говорят, сил вам крепости, Божьего благословения. Сейчас мы с вами помолимся, затем Батюшка вас наследит святой водой, и с Богом уже можете потихонечку уже идти по вашим домам. Господу помолимся. Все пищи, продажи, плоги, тебе
славу, 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 слав